річка. Вот это по-нашему, вот это по-нашему. Дамы и господа, дорогие друзья, а здесь действительно собрались дорогие друзья. Я объясню почему, потому что у меня здесь друзей очень много. У легенд Виа тоже друзей очень много. У вас здесь тоже друзей очень много. И я думаю, что сегодня мы подружимся окончательно. То есть у нас сегодня такая вот круговая, вот у нас нормально, советско-российские танцы-концерт. Правильно? Да! Отлично! Вы знаете, мне выпала большая честь. Сейчас я приглашу на сцену Валю Чижик, заслуженную артистку России, экс-солистку Балаган Лимитед и солистку группы «Птица счастья». И мы вместе дадим разгон. Мы, для нас большая честь, да, Валюш, сегодня начинать. Ох ты, возьми вот этот микрофончик. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. С наступившим Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем. Большое, огромное спасибо, что вы не поленились, вы не отсыпаетесь дома, как многие. Не сидите, а пришли сюда, сегодня, на эту замечательную концертную площадку для того, чтобы вместе с нами спеть, вместе с нами потанцевать, можно на месте, а можно здесь рядышком, и вспомнить самые лучшие песни, на самом деле, самые-самые лучшие, того далекого Советского Союза. Спасибо большое за то, что вас так много. И как вы думаете, с чего может начать свое выступление группа «Птица счастья»? С какой песни? Можно даже с трех раз угадывать. Серьезно? Замечательно. Вы знаете, и тогда я приглашаю заслуженных артистов вокально-инструментального жанра. Легенды Виа, где вы? Вот они! Вот они! Вот они! А где остальные? А то нам как-то сиротливо вместе петь такие песни. Легенды! Вы узнали этого человека? Владимир Куклин! Добрый вечер. Так. Мы много репетировали. Леш, ну, я думаю, ты не забыл. Ми-минорчик там. Все как обычно. У нас же какие замечательные, Александра Николаевна. Я помню, когда мы эту песню в 80-м году, она принесла в наш коллектив «Надежда». Вот. Все ходили, Коля Гнатил ходил перед Олимпиадой. Я говорю: Миша, здравствуй, песня. Я говорю: Миша, это моя песня. Он говорит: Коль, эта песня вообще-то написана Александром Николаевичем для кабаков, для народа. И Гнатюку нечего было сказать, и поэтому эту песню записали. Я имел счастье в составе «Надежды» записать эту песню. И сегодня открываем концерт «Птица счастья». Поем и танцуем все. И птица счастья принесет на свои крылья все, что вы захотите. Здоровье, счастье, процветание. Будем счастливы! Слова все помнят! Завтрашнего дня нет на свете танца без огня. Yeah!
Меня птица счастья завтрашнего дня.